Музею изобразительного искусства исполнилось 60 лет. В собрании музея хранится произведение древнерусского, русского, советского и западноевропейского искусства, начиная с конца 16 века до наших дней. А в этом году был запущен проект дополнительной реальности, где можно знакомиться с искусством подробнее с помощью аудиогида. Сотрудники нашего музея в последние годы проводят более 60 выставочных проектов по Оренбургской области, по России и за рубежом. На юбилее присутствовали деятели искусств и более 30 руководителей выставочных залов с других городов. Они поздравили Оренбург с юбилеем и обговорили дальнейшее сотрудничество. Среди них был заместитель директора музея имени Пушкина Владимир Определенов, представивший новую выставку. По его мнению, чтобы привлекать интерес молодежи к культуре, необходимо придумывать новые концепции, ориентируясь на посетителя. С одной стороны, соблюдая традиции, вы стали меняться и уметь взаимодействовать, работать с молодой аудиторией, находить контексты, актуализировать то, что есть. В этом году планируется открытие дома семьи Ростроповича. Концепцию придумывают работники музея ИЗО. С каждым годом экспозиций становится все больше, и выставочного пространства не хватает. Накоплено около 10 тысяч различных, в том числе абсолютно уникальных экспонатов. В этих стенах, в действующих стенах, выставляется порядка 5-7%. Главным событием для деятелей искусства и горожан станет открытие нового филиала музея ИЗО на улице Правды, 8. Ранее оно принадлежало педагогическому университету и служил спортивным залом для студентов. Однако это противоречило интересам эксплуатации объектов культурного наследия. Мы проявили большую изрядную прыть для того, чтобы постараться обратиться к Росимуществу, к федеральным структурам, к Министерству образования Российской Федерации, о том, чтобы это здание было передано в собственность Оренбургской области и передано на праве оперативного управления Музею изобразительных искусств. На данный момент идет подготовка документов. Сейчас же в музее действует выставка «Шедевры русской живописи 18-20 века» с полотнами из частной коллекции музея ИЗО имени Пушкина. Подробную информацию можно найти на сайте музея или по телефону 78 38 42. Виктория Палкина, Никита Плотников, городской телеканал ЮТВ.